Здравствуйте, приветствую вас на канале Hardware Set Info, и сегодня я хотел бы вам показать, как сбросить настройки приложений. Заходим в настройки, спускаемся в самый низ и выбираем вкладку «Система». Далее выбираем подпункт «Восстановление настроек». Здесь мы нажимаем «Сбросить настройки приложений». А вот вы можете просчитать, что будет сброшено. И да, еще хотел бы сказать, что данные приложения удалены не будут. То есть сбросятся только настройки приложений. Нажимаем «Сбросить». И все, операция прошла успешно, мы сбросили настройки. Все, теперь приложения не должны глючить. Выключенные приложения должны возобновиться. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!